сегодня будет только закрытый гард. Передам, так сказать, в массы. Весь этот опыт, что я накопил за время своих тренировок. Будет много техник, много времени мы здесь сегодня проведем. Но постараюсь все самое полезное, интересное уместить. Все рабочее, такое будничное, соревновательное. Чем начнем? Как правильно попадать в закрытый гард? Там на 2,5-3 часа, но я понимаю, что будет больше. Сколько у тебя еще блоков? Я думаю, что это треть это было. Треть? А ты хотел прям весь закрытый гард людям показать? Ну не то, что не хотел, то, что я делаю, типа. А видишь, как оказалось, что не так это быстро все получается. Говорить я давно столько не говорил, мне кажется. Три, уже больше трех. 3,7 минут. Спасибо большое, что пришли. Почти рекорд по семинару. Вторую часть.